Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Ну что, пойдем в приключения. Будем дальше проходить. Ну, сначала заберем награду. Какие-то нестабильные соединения написали нам. Надеюсь, это никак не повлияет. Что у нас тут еще? Ага. Так, забрать награды. Ну-ка, давай-ка откроем с тобой, наверное, еще и ящик заодно. Так, 100 зеленых кубков. Подожди секундочку, ну... Я же хотел получить... Так, это вот здесь вот. Дайте-ка мне, пожалуйста, мою награду. Рокстеди выпадает и 25 синих кубков. Так, повышается всего лишь на 7 мощей. Слабо, мало. Ну что, друзья, так, у нас здесь еще награда. Я думаю, пора приступать. Кстати, я хотел сказать, что у нас еще есть осада клана. Я один поединочек уже прошел, и теперь хочу попробовать пройти второй. Надеюсь, что у меня получится. Там идет, ребят, по возвышению. То есть вначале идет слабый противник, потом идет мощный. Поэтому я думаю, что здесь у нас все тоже получится. Так, тут у нас Дак, которого быстренько, ну, сам видишь. Все у нас получилось здесь. Такой Крэнк там сидит довольный. Продолжаем дальше. А наши батареи. В бой. Слушай, ну тут еще, я смотрю, есть... Ага, ты видишь? Есть определенные бойцы, которые имеют повышенную мощь именно вот в этом событии. Ну, менять я пока не буду. Я думаю, что не стоит того делать. Так... Леонардо минус. Так же как Рокзар, Майки, и остается здесь только лишь Донателло, которого, я думаю, сейчас мы с полтычка завалим. Так, мы его оглушили, отправили тем самым в стан. И все, ребят, ну, сами понимаете, все очень довольно быстро и легко. Так, если смотреть, друзья мои, на всю вот эту локацию, то, в принципе, вот и все. Я не знаю, что тут в конце будет. Наверное... Что-то узнали. И видишь, опасность 75% уже. Это вот на данный момент, я так понимаю, да? Вот здесь вот. А интересно, сколько максимальная опасность? Хм. Сколько здесь максимальная опасность именно в процентовке? Так, ну я вижу, уже враг немножко крепче стал. Не сразу рассыпается. Еще более-менее что-то тут выпендривается. Выдерживает мои атаки. Фибич. Замечательно. Так, плюс еще 25% к сложности, да, я так понимаю. Видишь, уже опасность идет 100%. Ага. Мощность мутации, то есть все черепахи плюс Рафаэль Панк. То есть вот такие вот ребята здесь якобы, ну, должны рулить ситуацией. Ну, мне плевать, что там должно быть. Так, Зэк. Вот Зэк здесь очень интересно, ребята, выглядит, да, в отличие от классической игры. Там-то он у нас, типа, разбойника такого, да? А здесь он на скейте, да еще он больше похож на кого-то космического бойца. Ну, ты видишь, уже здоровье начинает у наших... Победа. У наших бойцов отниматься больше. А раньше они почти невредимые были, а сейчас уже... Сейчас уже они получают. И очень больно. В основном получает не бойцы, а именно вот Сплинтер, да, Эйприл. Смотри-ка, даже Крэнга зацепил. Так. Ага, у него тоже Крэнг. На. Рокзар сейчас этой молотом по башке, да, нагрел. И остается лишь Рокстеди. Сейчас мы его тоже бомбанем. Все. Крэнк своим лучом его прожарил. Плюс еще 25% к сложности. То есть получается 1, 2, 3. Слушай, 4 поединка всего лишь остаются. Я не знаю, что дальше будет, ребят, ни разу не проходил. Поэтому можно попытаться. Но есть, конечно, мы справимся. То есть по 25% каждый бой. То есть будет когда-то предел, где мы просто с тобой встрянем. Капитально причем. Даже вот я смотрю, что здесь уже идет сложность.
Уже не так они быстро разбираются, как хотелось бы. Ага. Так, вон, я просто жду, когда мы уничтожим Микеланджело. Вот, Микеланджело плюс Лео. Сразу же двоих отдубасили. Хорошо, что Крэнк переключился на Зека. Отлично, ну, молотом, конечно, бомбанул здесь. И, как ты видишь, уже, ребята, у нас потери. Потери, причем, очень существенные. Нифига себе, выжил только Чингис. Делай выводы, что нам еще три поединка, по-моему, или два поединка. Как мы их будем проходить, ума? Три поединка еще. Мне кажется, вот здесь мы сдуемся. Ты посмотри, как они шпилят. Офиг, это вот этот вот хмыреныш, прикинь, бомбашек. Я теперь понимаю, почему здесь выжил Чингис, потому что... Повар-мутация была, помнишь, я тебе показывал, что эти мутанты именно здесь имеют, ну, мощь, силу. Да, Шреддер. Все, ребят, нас тут расписали. То есть, делай выводы, что дальше нам не пройти. Если бы у нас, конечно, был бы Чингис плюс... А, тут вот так вот идет. То есть поражение. Хорошо, давай дальше посмотрим. Ну, здесь, наверное, тоже будет поражение, скорее всего. Но брать Наполеона я, ребят, не вижу смысла. 361, да, там написано 361. Нету. Нет резона. Так, тут у нас Ирма. Офигеть, она Шреддера просто запинала. Тут даже без разговоров. Просто запинали с полточка. Это ж какую мощь тут нужно иметь. И последний поединок. Скорее всего, здесь мы тоже, друзья мои, сдуемся. Больше, чем вероятней. Нас просто разбирают здесь с полточка. Мы урон практически вообще не наносим по ним. Вот только Чингис нормально бомбит. Все. Вообще капитально разнесли, конечно, нас тут. А ему здесь одному не справиться, это понятное дело. Да, быстро, очень быстро нас тут разнесли. Ну и что по итогу получается? А что по итогу вообще здесь? А способ ударить прикладу, они не имели шанс. Проверьте для нового совпадения, когда таймер заканчивается, но в данный момент загнать и поболеть за наших клана. Дальше, наверное, просто ждать надо 3 часа 7 минут, когда закончится это событие. Возможно, мы получим какие-то награды. Возможно, ребята. Ну что, а мы переходим в приключения. Мы переходим в наше приключение и, соответственно, начинаем бомбить. Так, опять Темпестра, или как ее там? Рокстеди, тебе надо было ее бомбашить. Ух! На, в спину, Рокстеди. Шреддер навалял. Смотри. Блин, сейчас будут молнии, ребята. Гром и молнии готовят Темпестра. Ее завалили. Удачно. И остается лишь Рокстеди. Все, победа над ним. Только что свершилось, друзья мои. Следующий бой через рекламу. Ну что, получаем немножко мутагена плюс металлолом. И переходим на следующий поединок. Вот ты посмотри, насколько у них. У них, ребята, 130 тысяч мощей. У меня всего лишь 85. И, тем не менее, мы все равно как-то умудряемся одержать здесь победу. Так, минус клан Фуд. Сейчас, наверное, и трега этого завалим. Да, Рокстеди усиленно взялся, но Чингис ему помогает. Так, минус консервная банка. Рокзар. Застанили мы его. Тут на подхвате был Чингис, и трек тоже погибает. Замечательно. Переходим на следующий бой. Чувствую, после этого поединка уже будет босс. Мы знаем прекрасно, кто у нас там будет босяцким. То же самое, что было и в прошлой серии. Давай, Чингис, ты должен сюда влететь просто своей колотушкой. Вот так вот. Я уже там делаю вот этот крученый удар.
Наполеон тоже, ребята, это жаба. Я, правда, не знаю, из какой мультивселенной взялась эта жаба. Но он бегает с кнутом. Если этот с топором, с такой секирой, то тот именно с кнутом, с плеткой. Слушай, нет, еще не сейчас босяцкий получается. Вот он будет. Вот этот вот чувачок будет боссом у нас. Хорошо, получил он по спине. О, мне нравится, когда Крэнк вот этот начинает руку свою выкидывать или там лазером из глаз прожаривает. Так, здесь трек и Рокстеди остался. То есть остался только Рокстеди. Есть, мы его подбили. Ну что, переходим на следующий поединок. И, возможно, да, ребят, вот он, босс. Еще раз повторяю, что он, ну, он ватный, на самом деле, это Скарк. Не такой уж он и сильный, быстро его очень мы разбираем. Надеюсь, в этот раз то же самое получится. Так, секунду, что-то мне не нравится. Вот посмотри, сколько он. Сколько он, ребят, оу. Четверть здоровья уже отняли у него. А он один остался, да? Вон, Рок сидит, там еще ему помогает чуть-чуть. Это самый ватный, мне кажется, из боссов, которых мне приходилось видеть. Вот Рокстеди, вот, как ни странно, он самый такой живучий, он самый последний погибает. Я не знаю, наверное, за счет того, что он успевает своим рывком избежать много атак. То есть, понимаешь, да? Так, интересно, кто у нас будет следующим боссом? Так, Темпестра опять же здесь, я смотрю, Рахзар. Но тут, если Темпестру взять, например, именно в таргет, именно ее бомбить, то поединок практически за короткий промежуток времени будет пройден. Но она опять начинает, опять начинает. Во, вот. Слушай, но ведь она же взяла у нее интервью. Эйприл, почему она успела сделать свой суперудар? Непонятно. По идее, она должна была застаниться. Так, ну что, Рахзар здесь тоже получает на 10 тысяч урона. Фига себе, мы там вломили. Так, еще получили чутка мутагена. Ну, здесь вообще изи. Трек, плюс консервная банка, и у нас Рахзар. Так, Чингис один на один с Рахзаром. Крэнк подсуетился маленько, да? Пробил его, так сказать, своим лазером. На-на. Все, минус один трек. Ну, трек, ребята, или гранитуры, это каменные големы, если кто не знает. Ух ты, везет нам на награды. Так, дай-ка я кое-что гляну. Я хочу посмотреть, кто у нас будет боссом. Так, и, во-первых, тут еще и награды надо получить. Ага, приключение 22.10. Ух, шикарно. Так, у нас, видимо, есть прокачка. Слушай, наверное, надо Эйприл чуть-чуть подкачать. Так, наденем на нее лучшее. Ошибка в плане, ошибка со снаряжением. Какая ошибка-то еще, не понял я. Никакой ошибки не должно быть со снаряжением. Все должно быть идеально. Блин, да какой боевой пропуск? Получить все. Угу. Здесь больше пока ничегошеньки у нас нету. Хотя, постой-ка, тут что-то опять отмечается. Ну, ничего на самом деле не происходит. А здесь улучшим тоже. Так, ПВП, тут шестой канал. Ну, ты сам понимаешь, да? Нам нужно пройти, по-моему, один поединок на шестом канале и 5 поединков на ПВП. Но это чтобы получить просто награду. Я просто хочу посмотреть, здесь мы сможем справиться? Слушай, они все какие-то бронированные в защите были. Давай, давай, давай. Так, этому крышка. Тыщ, Чингис его пробил. Так, Кейси Джонс тоже готов. Скарга сейчас тоже вольнем.
И остается вот этот вот охламон, которого быстренько мы тоже валим. Ну и, соответственно, проходим с тобой один из этажей 6-го канала. Еще плюс награду получаем. Так, 854 тысячи слизи мутагена. Так, и все-таки я должен глянуть, друзья, кто у нас будет там босяцким. Так, может быть, Рокстеди? Прокачаем чуть-чуть. Босс опять будет Скарк. Как ни странно. Так, прокачка лаборатории. Мы получаем награды. И 6-й канал, что мы прошли, тоже получаем награды. Так, друзья, нам немножко не хватает до следующего уровня. Беглецы из измерения X. Так, допустим. 673 тысячи мутагена, это мало. Вот, блин, ребят, я вас попросил в прошлой серии рассказать, куда тратится металл. Так мне никто это не объяснил. 7 тысяч металла. Я же помню, что где-то за металл можно приобретать ресурсы. Ресурсы для прокачки именно моих бойцов. Может быть, вот здесь где-то. Сейчас посмотрим. Вот помню, что где-то вот так же. Сундук со снаряжением. 16 тысяч самоцветов. Бесплатные самоцветы. Удалить рекламу. Может быть, они отменили, может быть, убрали. Да нет, как они могли убрать, если бы они отказались? Нафиг он мне тогда нужен, этот металлолом? Согласись. Нет, он где-то есть, просто я вот не могу его найти. А так там покупаешь именно снарягу. Меняешь на снаряжение для своих черепашек. Может быть, это где-то здесь? Вот не помню, хоть убей, а? Не могу я вспомнить. Так, ты что у нас тут? Бесплатно? Бесплатно что получаем? 863 тысячи металлолома. Или это где-то из... вот этого меню осада клана, ПВП, канал, сообщество, сумка, магазин. Почта, задание, боевой пропуск, кланы. Так, 5 героев 180 уровня. Ну, тут, по крайней мере, хоть задание теперь есть. Приключения 15-22. Приключений тут еще, короче, будет много. Беглецы из измерения X, это вот мы получим еще немножко и можем получить суперскую награду. Нет, ребят, я сейчас не вспомню, если честно, где у нас это все находится. Где этот металл, он обменивается? Может быть, где-то... Не могу вспомнить. Ладно, фиг с ним. Не будем сейчас на этом акцент делать. У нас Скарк впереди, который там поджидает. Давайте с этим разберемся. Если разберемся. Ну, в принципе, каменных големов мы сейчас быстренько уничтожим. Минус один. Тут мои братки тоже плотненько так взялись за этих двух. Шреддер начал бомбить Рокстеди, в принципе, правильно. Этот в стане стоит. Тупит. Ну, интервью Эйприл взял у него, поэтому он тупит сейчас в данный момент. На, все, все на одного. Налегли. Тыбич. И добили. Ну что, а сейчас у нас, друзья, кто? Босс? Сейчас будет босс. А, нет, вру. Вру и не краснею. После вот этого поединка будет Скарк. Надеюсь. Так, у Эйприл очень мало здоровья. Почему она не начала заниматься Рокстеди? Вот надо было ей туда именно интервью взять. Сейчас, по-моему, ее ушатают. Эйприл. Не, мои ребята подсуетились быстренько и
Нет, Эйприл все-таки погибла. Все-таки ее уничтожили. Ну что, Скарк, собственно, персоны. Мы это пропускаем. Это мы прекрасно знаем, кто такой Скарк. Фью, защиту он все взял. Каких-то вшивеньких кланфутовцев. И, как ты видишь, взял каменного голема. Само собой, это будет просто тотальное уничтожение. Вообще изи. На. И остается каменный голем. Все. Допыхтелся. Ну что, двигаемся дальше. Ну что, переходим к следующим боям. И смотрим, что у нас тут. Опять этот Скарк, он никак не успокоится. Я хочу глянуть, кто у нас будет боссом после вот этих 5 поединков. Неужели он опять? Он просто засиделся. Ну хотя, знаешь что, если у нас событие называется «Беглецы из измерения X», то Скарк, в принципе, подходит. Но там же, по-моему, не только Скарк в измерении X. Там, по-моему, есть еще парочка. Ну, конечно же, считая самого главного противника, это Кренга. Надо посмотреть. Роксиди, как всегда, выживает. Остается самым последним противником для нашей команды. Это уже проходит на постоянной основе. Так, ну-ка давай зайдем вот в продолжить и покажут нам сейчас, кто у нас тут будет. Нет, друзья мои, тут, как ни странно, будет трек. Вот с ним будет, наверное, проблематично драться. Так, что у нас там еще? 900 соточки не хватает, да, получается? Не хватает соточки. Это мастерская до 55 уровня и герой до 190 уровня. Должен быть прокачан до 190 уровня. Да я пупею тут качать, если честно. Подожди, что там нам надо? А, мастерская. Мастерская. Вот это вот. До какого там уровня? До... Блин, до 55-го. До 55-го. Хорошо. Так, ну что, погнали дальше в поединок. Дойдем до сегодняшнего трега. Попробуем его бомбануть. Так, может быть, не ускоряться я не буду пока. Опять темпестра здесь. Давайте, давайте, правильно, правильно. И по спине так и надо. На. Тут еще и Рокзар выпендривается. На изи. Следующий. Так, получается еще, сколько, еще 3 поединка. О, Антракс вышел. Один из самых, как по мне, сильных персонажей. Ну, дольше всего я, конечно, завис. Это на братьях-черепашках. Когда, помнишь, у них был Леонардо предводитель, остальные помогали ему. Вот это было, конечно, жестко. Сколько я там мучился, где-то месяца два, а то и дольше. Я потом даже забросил игру, потому что я не мог пройти. Но... как вот только мы прошли, после этого я уже не вижу таких в данный момент особых каких-то экстренных случаев, где мы чего-то не могли пройти. Пока проходит все на изи. Опять же Скарк, опять же здесь Роксиди, два каменных голема и Маузер, я смотрю, там прыгает. То есть можно понять сразу, что тут будет изичное прохождение. Блин, как же мне нравится вот этот Чингис, когда он вылетает вот этим круговым своим ударом секиры, нанося всем офигенные повреждения. Это, конечно, круто. А Наполеон, который бьет своей плеточкой, мне не очень нравится, потому что плетка его, по-моему, только наносит стан. Он может оглушить врага и все. И наносит он всего лишь урон по одной цели. Поэтому, мне кажется, Чингис все-таки будет круче. Так, ну что, двигаемся дальше по накатанной. Ага, а вот и сам трек. Явился, не запылился. Чего, их всего? А, нет, вон там консервная банка, я думал их четверо. Вот сейчас, наверное, будет проблематично. Посмотрим, как трек будет здесь делать свою защиту. Естественно, броня. Так она называется. Если мы успеем сейчас ушатать здесь львиную долю противников. Так. Слушай, вообще изи. Смотри, мы уничтожили Роксиди. Что там у нас? Все, он один остался. Тьфу. А, нет, вру. Этого-то Роксиди я не увидел. Ну, трега мы с тобой запинали, скажем так. Остается только лишь Роксиди.
Шредер, наверное, все-таки подобьет мне. Не подбил. Он куда-то там прыганул, и мы его сразу же ушлепали. Давай посмотрим, кто у нас там дальше будет боссом. Так, смотри-ка, мы прошли это приключение. Ну. Так, здесь у нас что получается? Прокачка. Шредера чуть-чуть качну. Вот так вот. Отлично. Что я хотел? Я хотел посмотреть, кто у нас босс. А следующим боссом у нас будет, собственно, персона Бибоп. Да, мне бы хотелось, ребята, глянуть на босса Бибопа, который тут будет бегать, бросать гранаты. И она будет очень лютым босяцким. Тыдыш, Чингис ворвался с молотом. Но здесь уже, смотри, мы очень теряем много здоровья. Судя по тому, сколько Крэнк потерял. Смотри. Так, трега мы запинали этого каменного голема. Остается опять, остался только лишь Рокстеди. Тыдыш. Ну, мой что-то ему там нанес вообще микроурон какой-то. Ты видел, когда Чингис именно замахивает топором, никогда пробивным вот этим крутящимся, а именно взмахивающим ударом бьет. Он очень много отнимает здоровья. Ну, здесь я тоже ничего не вижу опасного. Тут Бибоп, Скарк. Обожаю Шредера здесь, когда он бьет именно своим лучом. Это, конечно, что-то с чем-то. Это нечто. Так. Минус клан Футовиц. Бибопчика, подбейте мне, пожалуйста, Бибопчика. Рокстеди, займись своим корешем. На, Чингис по спине, со спины ему накатил, шикарно. Команда моя рулит. Рулит очень даже круто. Так, вот здесь немножко посложнее. Я надеюсь, Темпесту кто-нибудь все-таки возьмет на себя. Угу. Так. Отлично. Ну, вообще великолепно. Блин, она заряжает. О, какие же у нее мощные удары, а, ребят. Какие же у нее мощные все-таки удары. Все. Уничтожили ее. Поехали дальше. Ну, здесь вообще, здесь столько каменных големов. Вот это, кстати, трек. Это у них главнокомандующий их вот этой армии. Ну, как бы сказать, самый старший из големов. Так, подожди-ка секундочку, что-то как-то здесь. А, ну правильно, этот стакает им защиту. Я думаю, что он так долго разбирается. Видишь, он стакает защиту им. А этот какой-то, я вот не знаю, что тут за сферу такую делает. Вот Скарк именно. По-моему, он станет моих бойцов. А вот и Бибоп. Друзья мои, собственные персоны. Интересно, с кем он будет? Ох, ничего себе. Тут командочку-то, конечно, подсунули не кислую, я тебе скажу. Тут и Антракс плюс Слэш. Даже не знаю, что тут может у нас получиться. Так, минус каменный голем сразу же. Вот кланфутовца еще бы завалить, просто чтобы он просто не отвлекал. Фига себе. Сейчас неужели погибнет? Шредер. Ой, Шредер. Биб. Фу ты. Крэнк. Я уже всех гранату бросил. Он бросил гранату. Погибнет, мне кажется. А, нет. Нет, скорее всего, не погибнет. Все уцелели. Это очень классно, ребят. Все абсолютно уцелели у меня в этом поединке. Никто не упал. Фух, забираем. Это 22-25 уже, да? Приключение. Тут опять дают нам на прокачку. Я попробую. А, тут что-то снаряга. Поменять все, абсолютно поменять все. И здесь тогда тоже.
приключениях следующий босс опять же будет трек, как мы видим. Но я думаю, что этим мы уже займемся, друзья, в следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.